отдыхает на выезде перед ответственной работой. Что ты читаешь? Я смотрю, ты с помощью книги коротаешь время. Ну, известное произведение, наверное. Над Кукушкиным гнездом. Ну или по-другому, если пролетая над гнездом кукушки. Ну, интересное чтиво на самом деле. Хорошо, уже почти закончил уже. Чем помимо чтения еще занимаешься? Ну, как коротаешь время во время выезда? И все, в принципе, тут, ну вот iPad, какие-то фильмы. В принципе, все. Общаемся с ребятами. Коллектив у нас, ну, очень дружный такой, собрался. То есть мы все можем где-то посидеть, поговорить, все друг с другом общаются. И молодые, и ветераны, поэтому все отлично. Как дорога, говорю? Отлично. Сейчас отдохнем и будем. Что ты опять меня снимаешь? Нечего, все, закончился рабочий день. Поехали к вам. 306. Колесников штукова, 306. Там вот снимали фильм «Притяжение» в Комском здании. Федор Бондарчука. Чертанов. Красивый вид спорта. Но очень дорогой. Ты катался на коне? Да, один раз. Один раз катался. И нужен навык, чтобы на нем кататься. Просто так ты на нем не покатаешься. Это очень опасно, но это да, ноги бой. Для этого поля. Почему? Андрюха сказал, что не будет. Возить. Сам на себя не похож. Так сказать, нашего фанатского движения. Ну, давай знакомиться. Меня Саня зовут. Денис. Денис, очень приятно. Со скольки лет ты болеешь за «Салют»? Ну, сознательно вообще года, наверное, с 97-98. Живу здесь с 2001 года. С 2001?
17-й год, а человек до сих пор болеет за Салют. Что тобой движет? Почему ты этим занимаешься? Почему ты болеешь за клуб? Я рожден в Белгороде, вот, и несмотря на то, что большую часть жизни, по сути, я прожил в Москве, все равно меня очень часто тянет, так скажем, на родину. Когда играет Салют, это как будто вот часть Белгорода находится здесь, вот, и мне это очень, как бы, ну, приятно, так скажем. Как будто дома побывал, да? Каким счетом сегодня закончится, так непредвзято, если по игре? Ну, будем надеяться, хотя бы ничего, Торпеда рвется в премьер-лигу, там все понятно, как бы. Надо дать нам какой-то шанс хотя бы, чтобы мы хотя бы порадовались. Салют! 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 У нас в гостях Дегтев Денис, игрок Салюта в 2012 и 2013 году. Денис сейчас успешно выступает за Торпедо Москва. Ну и, соответственно, Денис, пару вопросов тебе, говоря о том, как складывается карьера в Торпедо лучше, чем в Белгороде. Ну, я думаю, что, конечно, складывается пока что лучше, и игрового времени больше, и как бы все равно результат есть, команда у нас под задачу. Так, скажи, пожалуйста, а почему ушел? Да почему? Потому что как бы закрылась команда «Энергомаш», и все равно хотелось играть в футбол. Все-таки как бы позвонили предложение поехать на просмотр «Торпедо». И вот я приехал в «Торпедо» на просмотр, прошел просмотр и остался в команде. С кем из игроков, которые сейчас в «Салюте» играют, ты еще общаешься, кого знаешь хорошо? Прям? Да, я в принципе со всеми, как бы и с Андреем Колесниковым, и Сашей Штыпулой, там, и даже да, того же Никиту Чунихина я знаю еще даже по «Орлу», когда я был в «Орле». Я с ним там познакомился. Как бы из приезжих ребят, там, ну, кто приезжих, я мало знаю. А так, в принципе, кого белгородские ребята, в принципе, всех я знаю. Но в основном, кто остался из «Энергомашек», Сергей Танких, там, Артем Цегулев, Шебекинский тоже, как бы, с ними, со всеми, там, стараюсь созваниваться, переписываться. Среди игроков, которых ты сегодня увидел, да, которые играют за «Салют», кто тебе показался самым лучшим, самым перспективным, по твоему мнению? Ну, я думаю, что, как бы, ребята у вас молодые, там, те же, Саня Нагеев, который как бы все равно тоже как бы выделяется все равно. Что Никита Чунихин, который как бы тоже играет неплохо. Молодежь хорошая, в принципе, все как бы выглядели достойно сегодня. Самый памятный твой матч за «Салют», который ты провел? Ну, это, наверное, первый гол. Мы играли в первой лиге с «Балтикой», когда я вышел на замену, забил «Балтики», мы сыграли в ничью 1-1. Дмитрия Кабутова и что? Вышедший на замену Денис Дегтев. На самом деле очень приятно играть на таком стадионе, при таких болельщиках, да, в хорошее поле. Я могу сказать, что сегодня мы выполнили частично установку тренера. Что-то получилось, что-то нет. Но ребята выложились по полной. Я могу сказать, что все бились, все молодцы. Всем огромное спасибо. После слов Колесина мне нечего добавить. На самом деле полностью согласен с ним, что все молодцы, били сегодня. Большое всем спасибо. Ну, еще можно сказать спасибо нашим фанатам, которые хоть и в небольшом количестве, но приехали, да? Спасибо им, что приехали, да. Огромное спасибо. Вот у меня лично, не знаю, может, не знаю, как мы играли, не играли, у меня лично такое ощущение, что мы должны были, ну, выиграть. А кайф в том, что ты едешь спокойно с командой, с лидером сыграл. Я считаю, что мы все-таки заработали одно очко. Сегодня я всеми ребятами доволен. С собой не очень, конечно, но все равно сегодня чувствовалась команда. Поэтому это самый большой бонус. То, что ты чувствуешь, что мы команда, это самое главное.